Пашинян – тварь и предатель. И останется таковым в памяти армянского народа навсегда. Не потому, что начал проводить многовекторную политику два года назад, придя к власти в результате цветной революции. Не. Он гнида и предатель. Потому что даже в ситуации национального коллапса, спровоцированного, кстати, во многом им самим, он не смог подняться над своим мелким мышлением миньона Запада и принять единственно верные решения, от которых зависело выживание, выживание родного народа. Не захотел, не смог, струсил. И теперь мразь. Каждая капля армянской крови, пролитая на полях Карабаха, каждая смерть каждый стон раненого каждая слеза пролитая родителями на могиле погибшего сына на твоей никол совести запомни это